Und wo Город-то да. находится в Донецкой области, ну, это город Донецкой области, скажем так. Ну, вот Донецк там недалеко находится. Also Gorlovka ist eine Stadt in der Oblast Donetsk, nicht so weit von Donetsk. Und am Anfang 2014 wurden sie beschossen, dann sind sie nach Charkow gezogen, in das Gebiet Charkow. Und sind dort hat es dann, dann sind sie 2015 wieder zurückgekommen und sie wurden wieder beschossen. В 2015 году это стало все хуже? Или как? В 2014 году тоже были сильные. Ну, у нас получается, в 2014 году, когда это началось, ну, люди все повыезжали. Повыезжали, это летом было, люди повыезжали на море, думали, что это как бы быстро все прекратится. Но на самом деле это все не прекращалось, не прекращалось. В 2015 тоже были сильные обстрелы. Но ну, как и в 2016, ну, как бы до 2022 года тоже были как бы обстрелы везде. И дети попадали под обстрелы, умирали. Очень много деток у нас погибло. И школьников, и маленьких совсем. То есть, ну, как бы снаряды, они же летят, не разбирают куда, поэтому Also in очень. 2014, das hat im Sommer begonnen, da sind viele Leute sind da, in die Ferien gefahren, haben gehofft, dass es dann vorbei ist oder ans Meer, aber es ist immer weitergegangen, 2015, und wir wurden immer wieder beschossen und es wurden Zivilisten getötet und vor allem auch im 22 hat es wieder angefangen und es sind auch sehr viele Kinder gestorben bei diesem Beschuss. Ich glaube ja, den Grund zu kennen, aber vielleicht kann sie für meine Zuhörer doch nochmals erklären, warum sie plötzlich bombardiert wurden. Я думаю, я знаю причину, но может, вы можете выяснить, почему на вас напали вдруг? Почему напали? Но вы имеете в виду, какой год? 14-й? Да, почему все это началось? Ну, потому что, ну, скажем так, я вам причину одну назвать не могу. То есть какая-то, скажем так, братская, как это сказать, ненависть разжигалась ну, не без помощи, скажем, там, то ли Америки, то ли каких-то европейских стран. То есть это все поддерживалось там то есть Украина, Россия, на братских каких-то чувствах это все началось разбираться. Also ich kann Ihnen den genauen Grund nicht sagen, warum es angefangen hat, aber es gab Kräfte, die den Hass geschürt haben, vor allem westliche Länder und europäische Länder, die die Ukraine gegen Russland aufgebracht haben. Und hat jetzt immer noch viele Verwandte vor Ort, die in Gefahr sind? А у вас все еще есть родственники там, которые в опасности? Да, у меня родители там находятся. Я была там в 2024 году после Нового года. Я просто их не видела больше года. Мы ездили к ним. Обстрелы у них там практически каждый день. Ну, то есть, ну, как, люди там есть, люди там живут, работают. Есть люди, которые не могут выехать. У них родственники лежачие, там больные, допустим, мамы, папы. Поэтому, ну и ехать куда-то тоже, это надо какие-то средства, это надо на ноги становиться, то есть если люди не молодые, полностью менять образ жизни, это очень сложно. И, ну, как бы все надеются, что когда-то это закончится, но пока как бы конца края там не видно. Ja, meine Eltern sind immer noch dort und es gibt Leute, die eben nicht weg können, weil sie zum Beispiel kranke Verwandte haben, zu denen sie schauen müssen Oder ruft jemand an, genau. oder Ältere oder jemand. Aber alle hoffen, dass das endlich aufhört, aber bis jetzt ist ein Ende noch nicht in Sicht und sie werden immer noch täglich beschossen. Ist das zermürbend oder gibt es mittlerweile auch Grund zur Hoffnung? Это вы уже устали или есть надежда, что все это заканчивается? Ну, понимаете, я реалист, я понимаю, что тут крутятся очень большие деньги, кому-то это все выгодно, и поэтому, ну, на обычный народ как бы уже никто особо не обращает внимания. Ну, когда это закончится? Ну, я не верю, что скоро это закончится. То есть Wissen Sie, ich bin Realistin und ich weiß, dass viel Geld bezahlt wird, damit dies immer weitergeht. Aber ich
Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das irgendwann ein Ende hat. Sie sagte, dass sie also beschossen werden. Werden da vor allem militärische Ziele getroffen oder geht auch vieles auf die Zivilbevölkerung? Und wenn ja, ist das bewusst? Вы говорили об обстрелах. Это нацеливает специально на гражданских или это они, украинцы имеются в виду, бьют военных, но не попадают и страдает гражданское население. Как это понимать? Ну, если военные, да, и у них есть какое-то образование, там артиллерия или еще что-то, то объекты эти можно вычислить, есть карты, есть все. То есть, страдает мирное население, да. Оно страдает, скажем так, с 2014 года. По военным, может, и бьют, но население, обстрелы, инфраструктура, свет, вода, это постоянно обстреливается, попадается, то есть там это все ремонтируется. Ja, also wahrscheinlich zielen sie auf militärische Ziele, Objekte, aber das ist, die Zivilbevölkerung leidet trotzdem und das passiert nun schon seit dem Jahr 2014. Objekte werden wieder renoviert, wieder instand gestellt, aber es gibt ständig immer wieder neuen Beschuss. Also wir reden da von Gebieten, die bereits von Russland befreit wurden, oder eigentlich? Но мы тут говорим о регионе, которая в принципе уже освобождена русскими. Горловка, она же под русским контролем уже. А они просто туда стреляют, так? Понимать. Ну, скажем так, что Горловка, да, она была изначально, она была ДНР, отдельная республика, которая отделилась уже от Украины, да, то есть, там обстрелы, я же говорю, то есть, с 2014 года, они там не прекращаются, только интенсивность то больше, то меньше. Ага, also Горловка ist seit 2014 gehört sie zum sogenannten Gebiet der Separatisten, also die sich von der Ukraine abgewendet haben und seitdem wird dieses Gebiet ständig beschossen und das hat bis heute nicht aufgehört. Gibt es denn auch Leute, die noch auf ukrainischem Terrain sind, die mit ihnen befreundet sind und sind die auch in Gefahr? У вас есть друзья или знакомые на украинском? На украинской стороне, и как у них там ситуация? Есть у меня друзья, да, на украинской стороне. Вот, допустим, многие повыезжали, те города, которые приграничные, вот эта серая зона, да, допустим, возьмем Артемовск был, потом его Бахмут переименовали, у меня были друзья. Естественно, там уже от города практически ничего не осталось. Там побомбили так, что я не знаю, то есть восстановлению, я не знаю, как это будет происходить. То есть люди повыезжали на Украину, у меня есть на Западной Украине знакомые, которые там живут. Есть в центральном районе Украины тоже. Тоже у них там какие-то обстрелы есть. То есть такой прям прямой связи через интернет, только мы там иногда связываемся. Ситуация не знаем политическая, какая там происходит. То, что нам показывают там или рассказывают, это же не совсем соответствует. Ich habe bekannte Freundin, eine Freundin, die in Bachmut gelebt hat, also Artyomovsk, Bachmut, und von dieser Stadt ist ja gar nichts mehr übrig geblieben. Die sind in den Westen der Ukraine geflüchtet. Mhm. Und ein Teil paar Leute kenne ich auch, die in die Zentralukraine geflüchtet sind. Und manchmal haben wir Kontakt übers Internet und was sie ihnen da erzählen und was wahr ist und was nicht, das kann man schwer abschätzen. Es sind ja viele Millionen ja auch nach Europa geflüchtet. Sind die nach Europa geflüchtet sind, alle pro-ukrainische Regierung oder gibt es auch viele, die Putins Standpunkt unterstützen? Много украинцев уехали, убежали на Запад. Из них они все прозападные или есть там и люди, которые больше поддерживают русскую сторону? Скажем так, есть люди вообще те, которые нейтральные, да? То есть, они хотят, чтобы был мир у нас на земле и, поддерживать там полностью или ту сторону. То есть у меня тоже есть знакомые, которые уехали в Европу. Я просто, у меня с ними связи нет, но до этого у нас были хорошие отношения.
Also es gibt viele Ukrainer, die neutral sind. Die wollen einfach Frieden und keinen Krieg. Und ich habe auch eine Freundin, die ist nach Europa gegangen und sie unterstützt weder die ukrainische Seite noch die russische. Und bei den Leuten, die nach Russland geflohen sind, dasselbe, oder? А те люди, которые шли в Россию, как вы, это то же самое, или они вы больше поддерживаете русскую сторону? Какие люди, я не поняла. Ну, те украинцы, которые убежали в Россию, они также, ну, поддерживают русскую сторону или более нейтрально, можно так сказать? Ну, знаете, люди разные, я же за всех не могу говорить. Ну, то есть, ну, я ко всем людям нормально отношусь, если они там не имеют ничего против, ну, как бы, не устраивают какие-то расовые, я не знаю, распри и говорят, что мы там лучше, а вы хуже. Все люди, надо в любой ситуации оставаться человеком. Also, ich kann über die anderen Leute nicht urteilen. Ja, alle Leute sind verschieden. Ich zum Beispiel bin neutral eingestellt mit allen Leuten, wenn sie nicht irgendwelche Rassisten sind und Ideen unterstützen, solche Ideen unterstützen. Falls sie informiert ist darüber, wie wir in Europa informiert werden, gibt es eine Botschaft, die sie gerne in Richtung Westen tragen würde, oder ist es ihr egal, was wir denken? Вы же знаете, что там говорят про войну на Западе. Вы хотите западным слушателям что-то сказать с вашей точки зрения? Или пусть думают, что думают? Нет, ну я так понимаю, что они-то и показывают то, что хотят, правильно. Они не знают, как на самом деле все происходит. Просто, ну как бы хочется всем людям таким простым, да, хочется, чтобы война скорее закончилась. Я думаю, что ни на Западе, ни здесь никто не хочет, чтобы война продолжалась и чтобы страдали родственники, у кого-то там погибали, правильно? Also ich denke, dass die Leute, die einfachen Leute überall ein Ende dieses Krieges wollen und nicht wollen, dass ihre Verwandten sterben. Also ist sie nicht wütend auf alle Europäer? Значит, вы не несите зло на всех европейцев? Нет, я не держу зло на европейцев, и я понимаю, что, ну, обычные люди, да, которые там, ну, не принимают где-то участие в какой-то политике, то есть они могут быть там нейтрально относиться, могут, ну, то есть, ну, у меня, допустим, нет никакой ненависти там ни к европейцам, ни к украинцам. То есть, если это люди нормальные, да, и они там не имеют ничего против, не лишают никого-то жизни, я считаю, это нормальные люди. Nein, ich habe keinen Hass auf Europäer oder auf andere Leute, weil ich verstehe, dass alle Leute im Prinzip dasselbe wollen. Und wichtig ist, dass wir diesen Krieg beenden können. Unterstützt sie zu 100%, was Putin macht, oder gibt es entscheidende Stellen, wo sie sagen würde, da wäre eine andere Politik wichtig, sei das in Sachen Krieg oder auch in der Zivilgesellschaft? Вы на 100% поддерживает позицию Путина или вы считаете, что надо было поступать немножко по-другому? Ну, скажем так, от моего личного мнения особо сильно не зависит, как и от обычных людей, допустим, что-то там решается это все на верхушке. Но то, что там Россия поддержала конфликт с Украиной, я считаю, что, ну, просто это можно было сделать уже давно. Also von mir hängt ja nicht viel ab. Ich verstehe, dass die Politik irgend da oben entschieden wird. Aber dass ich denke, dass das, was Russland gemacht hat, richtig ist, nur hätte man es früher machen sollen. Das sagt Putin selber ja auch, oder? Сам Путин об этом тоже говорил, что надо было раньше. Так? Ну, если бы хотелось бы, чтобы это уже закончилось наконец-то. И все also, ich möchte einfach, dass das alles aufhört, endlich. Ja, das wünschen wir uns alle. Ich wünsche ihr und ihrer Familie alles Gute und ein Leben in Normalität, so bald wie möglich. Это мы все желаем, и мы желаем вас всего, и вашей семье всего хорошего, здоровья и мира.
чтобы все было хорошо. Спасибо большое и вам того же. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо.